также и как и вчера, так и сегодня коснулись вопросов Южного Кавказа, особенно там вопросы между Арменией и Азербайджаном, процесс нормализации между Турцией и Арменией, и Россия в этом плане также вносит свой вклад. И также наше желание в этом направлении, чтобы между Азербайджаном и Арменией было достигнуто масштабное соглашение о мире, чтобы на Южном Кавказе был прочный, устойчивый мир. Необходимо эти шаги предпринять. И в этом плане мы будем находиться в тесном контакте с Россией. В июле этого года председательство в Организации Черноморского экономического